Примечательной чертой культурной жизни Свердловска в середине прошлого столетия были праздники песни. В проведении их огромную роль играли хоровые общества, а главное, такие талантливые и самозабвенно любящие свое дело музыканты, как ей были Маргарита Николаевна и Владимир Александрович Глагол. Самодеятельные хоры были на большинстве предприятий. Для выступлений выбирали сложные многоголосные произведения. Их хормейстеры коллективов разучивали их отдельно с каждым хором, готовясь к двухчасовому выступлению на праздник. В торжественный день все коллективы, кто на автобусах, а кто и в кузове грузовика, съезжали в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, чтобы единым, трех, а некоторые годы и пятитысячным хором выступить на центральной сцене праздника. Каким же вдохновением должны были наполняться души хормейстера и дирижера, чтобы зажечь огонь подлинного искусства в сердцах стольких исполнителей и слушателей. Сергей Смирнов, Ава Мария. Первое исполнение в Екатеринбурге. На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель 10 гран-при конкурсов в Чехии, Словакии, Австрии, Бельгии, Франции, Македонии, Италии, Канаде, Японии, Англии, Латвии и Республики Крым, академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина, художественный руководитель и дирижер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области искусства, почетный работник образования Российской Федерации Светлана Долниковская. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Оксана Суслова. Grazie a tutti. Domino Stefano.
Чайковского. Соловушка. Солист Роман Березкин. Каким-то странным образом, да, помните, в начале концерта рассказывали о том, что в десятилетке Маргарита Николаевна делала Соловушка Чайковского и солировал Максим Басок, насколько я поняла. Ну вот так рамочка замкнулась. Так может быть его пригласить еще раз на сцену? Уря, краса, ловушка,
Все родом из детства. Спасибо вам за теплый приём.